Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем здравствуйте! Сейчас мы выполним задание Lesson 47, урок 47, Exercise 2, упражнение 2. Восстанови испорченную анкету, которую Джилл необходимо заполнить для участия в викторине. Вставь пропущенные вопросительные слова. В предыдущем упражнении номер 1 вы уже знакомились с вопросительными словами. Давайте вспомним их. Who? Кто? What? Что или какой? Например, what color? Какого цвета? Where? Где? Куда? Вопрос. Where are you from? Вы откуда? Why? Почему? Зачем? When? Когда? Which? Какой? Который из? How? Как? How old are you? Сколько тебе лет? How many? How much? Переводим как сколько. Разница лишь в том, что how many принадлежит к существительным исчисляемым, то есть к тем, которые можно сосчитать. How much принадлежит к неисчисляемым существительным, к тем, которые нельзя посчитать. Итак, начнем. Is your name? Необходимо вставить лишь одно вопросительное слово. Так это должна быть фраза What is your name? Как тебя зовут? Поэтому к первому вопросительному предложению подходит слово What. What is your name? Как тебя зовут? Смотрим на второе вопросительное предложение. Is your surname? А какая у тебя фамилия? И снова вопросительное слово what? What is your surname? Третий вопрос. Are you from? В табличке мы уже видели этот вопрос. Where are you from? Переводим. Вы откуда? Вопросительное слово where. Дальше. Do you live? Где ты живешь? И снова слово where. Where do you live? Следующий. Old are you? Также в табличке вы могли заметить. How old are you? Переводим. Сколько тебе лет? Вопросительное слово how. Следующий вопрос. Is your birthday? Когда у тебя день рождения? When? Когда? When is your birthday? Is your favorite holiday? What is your favorite holiday? Какой твой любимый праздник? Дальше. Do you like to do? Что ты любишь делать? What do you like to do? Вопросительное what. Следующее. Friends have you got? Which friends have you got? Какие друзья у тебя есть? Вопросительное which. И последнее. Pets have you got? How many pets have you got? Сколько у тебя домашних животных? Вопросительное. How many? Обратите внимание, мы использовали слово many.
что обозначает исчисляемые существительные. How many pets have you got? На этом наше задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.